Дебошир Сергей Борисов с рейса Москва-Гоа продолжил хулиганить и после экстренной посадки. После того, как мужчину доставили в медпункт в аэропорту города Астрахани, он в присутствии посторонних оскорбил сотрудников полиции и начал бить правозащитников ногами, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации. Было возбуждено уголовное дело в отношении неугомонного пассажира по статье «Применение насилия и оскорбление представителей власти». На другой день после инцидента суд Советского района Астрахани арестовал Борисова на 10 суток. Молодой человек свою вину полностью признал и попросил прощения у всех пассажиров. Он объяснил свое поведение боязнью летать. Напомним, авиалайнер произвел посадку в Астрахани 17 марта 2014 года после того, как один из пассажиров стал вести себя неадекватно, ударил по лицу свою девушку, нецензурно выражался, бил ногами спинки кресел и кусался.